Всем большой привет! И сегодня у нас распаковка. Ко мне пришла посылочка. Это поставщик Белависта. У меня тут 4 орхидеи, они же котлеи. И предлагаю всем вместе это все чудо распечатать. Отложим. И начнем. У меня вообще заказов разных много, и там по парочке, тройке орхидей. Я их, конечно же, все очень с нетерпением жду, но последнее время все достаточно, скажем так, не быстро приезжает. Поэтому я успела немного подзабыть, что точно я заказала и где. Но примерно я помню. И тут, посмотрите, какая красотка большая. Пурпурата. У нее такой новый ростик. Так. Больше интересуют газетки. Так. Прошу прощения за какие-то технические неполадки непонятные. Не хочет фокусироваться на новом ростике. Так. Вот такой новый ростик. Такая выросшая бульба. Причем очень круто, смотрите, предыдущая какая маленькая. Да, следующая уже вот такая огромная, классная. И вот такая это пурпурата русселина. Обалденный нежный цветок. Я ее очень хотела. Вот такая красота. Буду сажать. Для меня, конечно, такие посадки — это то еще действо. Из-за того, что корней практически нет, их очень мало, и горшочек подбирается маленький, и само растение высокое, и мне приходится накладывать очень много камушков на дно. Так, и следующее. Ох, тоже красотка, тоже пурпурата. Я сейчас пытаюсь вспомнить, будут тут только пурпураты, или же в этом заказе есть еще и анцепс. Честно говоря, не помню. Помню, что пару анцепсов заказывала, но сейчас не могу точно вспомнить, в каких именно заказах они у меня. Так. Ну, тут та же история, голая корневая, все как обычно. Хорошие растения. Я бы сказала, шикарные. Мне очень нравится у Белависта. Видите, ни пятен, ничего нету, все супер. Тут чехол, который мог бы процвести. Но я думаю, у меня он уже точно не процветет. И вот он, новый ростик. Замечательный, красивый новый ростик. Так, это я любительница пообдирать это все. Но это я буду делать уже, когда посажу. Так, честно говоря, я жутко рада. Рассуждаю у себя тут. Тайне разворачиваю, никому не показываю. Посмотрите. Посмотрите на толщину этой бульбы. Она ж просто обалденная. Какой жирнявчик и сухой чехольчик. Взрослое растение уже готово. Может и процветет. Хорошие, кстати, корни. Вот тут вот видно. Очень хорошие, живые. И предыдущая бульба такая тоже. Ух, бочоночек. Все супер, я в восторге. Очаровательное растение, прям руки чешутся это все пообдирать. И это анцепс, вот такая. О, а я показала? Я не показала. Так, подождите. Так, предыдущая была такая пурпурата Роксобиспо, очень насыщенная, очень классная. Ну, знаете, я заказала как две противоположности. Одна такая очень нежная, а другая прям, не знаю, дерзкая. Но очень яркая, темная красавица. Так, и это вот такая лелия Сэмми Альба Акира. Она меня своей губой покорила. Вообще полюбились мне очень анцепсы. Я их думала долго брать, не брать. Ой, и винильные бульбы отвалились. Но решила, что все-таки буду, несмотря на то, что у них такой не очень удобный тип роста.
Но я лучше что-то буду придумывать, чем откажусь от такой шикарной красоты. О, что скрывают чешуйки. О, какой шикарный новый ростик. Тут же вон... Так, извините. Бульбочка, вот она готова. Готова расти. Обалдеть. Ой, теперь единственное, главное бы самой не накосячить. Потому что накосячить это мы все умеем. Ой, так. И тут еще одна тоже должна быть анцепс. Боже, одна краше другой просто. Она огромная. На сантиметра 4. Слушайте, обалденная такая толстушечка. Отпад. Вот две живые ростовые почки. Одна тоже такая большая, набухшая. Другая вон маленькая. Обалдеть. Просто супер. Супер-супер. И тоже, что очень-очень радует, от последней бульбы есть хорошие уже еще живые корешочки. Я их посажу. Обалдеть. Так, Белависта. Перевернем. И это Анцепс линеата на лилии рубесценс. Это гибрид очень красивый, очень яркая, выдающаяся губа. Очень замечательная малышка. Вы не представляете, она на ощупь такая классная, такая прям... Ай. И она так блестит, лаковая. Супер. Вот, честно, огромное удовольствие получать такие шикарные растения. Это просто обалдеть. И большое спасибо тем, кто привозит. Я, конечно же, оставлю ссылочку в описании, где я заказывала, у кого, кто мне это все вез. Они очень, они максимально быстро стараются отправлять, то есть они не ждут, у них растения не лежат, они буквально распаковывают то, что им пришло, отсматривают и пакуют тут же на отправку. Просто супер, супер, обалдеть. У меня просто нет слов, я сижу, любуюсь, кричу, уже мечтаю, как я буду сажать. Просажать это вообще отдельная история, потому что здесь опять лесенка. И это тоже такая для меня будет своеобразная посадка. Вообще мне такое нравится сажать в керамику, потому что, честно скажу, такой у меня небольшой в этом плане задумка есть большая. Я часть горшка отбиваю. То есть у нас есть горшочек, на чем бы так показать. Я одну часть отбиваю, где-то треть. И получится, что внизу кора, и можно горочкой насыпать эту кору, и уже растение растет вверх, и, в общем-то, и к горшку присасывается, по нему тоже взбирается. Можно там вставить блок, который упирается в стенки горшка, чтобы было удобно растению. И дышище получается, и в горшке, и нижняя часть не засыпана корой, и тоже много воздуха и много света. Потому что я пробовала не оббивать горшок, сажать так, то свет должен идти сверху. Если он идет как-то сбоку, то уже идет нехватка этого света. В общем-то, мне нравится так больше. Или же я сажаю тем же манером, но в пластиковый прозрачный горшок, тогда ничего нигде не отламывается, не отрезается, не отбивается. Но суть остается та же. Вот такая прелесть. Супер. Ждет меня сегодня огромное удовольствие с посадкой. Ох, камера сегодня вообще просто удивляет меня своим отсутствием полным фокуса. Хотя стоит автофокус, но это совсем другая история. Вот такие прелести. Да, улиточка. На всех написано улиточка. Потому что так я на форуме зовусь. И мой небольшой тазик счастья. Всем большое спасибо за просмотр. Опять-таки, не забывайте заглядывать в описание. Я там оставляю разные ссылочки. Также пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем солнечных дней, пышных цветений. Пока-пока!